Николь – сержант полиции, за плечами которой 3 года ответственного выполнения своей основной задачи – обеспечения общественного порядка и безопасности граждан. Впрочем, после окончания 11 классов девушка какое-то время работала в сфере красоты, и лишь желание исполнить свою детскую мечту привело ее в органы внутренних дел. Мне нравится помогать людям. Ну, то есть, интересно. Различные моменты тоже интересны. Командировки случаются, это новые места, новые знакомства, новый опыт. Сегодня в зоне ответственности Николь находится территория морского порта Анапы. Стратегически важный объект сержант полиции знает как свои 5 пальцев и досконально следит за порядком на его территории каждую свою смену. Главным в работе девушка считает честность и отзывчивость, а своих коллег и наставников называет второй семьей. У нас очень хороший, дружный коллектив, все друг другу помогают, там, независимо какое звание, какая должность, то есть всегда можно обратиться к сотрудникам, и мы получим помощь. Опять же, сотрудники, которые имеют уже за плечами много лет службы, они с удовольствием делятся опытом. Выходные Николь проходят в творческой обстановке. Любимое хобби сержанта полиции – написание стихотворений и вязание игрушек. А вот планы на будущее у девушки большие. Сейчас она обучается на офицера в Краснодарском университете МВД России. Однако признается, что служба в ППС – бесценный опыт, который останется с ней навсегда. Дорогие коллеги, поздравляю вас с праздником столетия патрульно-постовой службы. Желаю процветания, карьерного роста, личного счастья, гармонии в семье, на работе. Всего-всего самого наилучшего. Никита Васюхин, Михаил Попов, Анапа регион.